Всем привет, с вами Нина НХ, вулкан Фаградальсвятль, Исландия. Сегодня у нас 16-й поход. Я спустилась в долину, потому что там очень сильный ветер и прохладно. Видела уже извержение вулкана, даже загрузила на YouTube. А сейчас погреюсь, поем жареного зефира и пойду дальше. Самолетики летают. Вертолеты, самолеты, здесь это постоянно. Вот. Давайте даже посмотрим извержение. Ребята, лава натекло, ну, высоту где-то метров достигает до 5. Поэтому приходится становиться где-то на пригорочек, чтобы заснять вулканчик. Иногда лава создает красивые скульптуры. Я видела в виде собаки, в виде, как говорится, ведьма на метле. Всевозможные красивые. Ой-ой-ой. Видите, я за нее заговорила, и она реагирует. Она же живая лава. Она течет и двигается. Я от нее буквально в двух шагах. Вот моя нога. Она разговаривает. Она говорит и рассказывает все, что с ней было там под землей. Смотрите, как она гребет землю. Это какой-то паровоз, который идет впереди и ведет за собой всю лаву. Да-да, дорогая. Смотрите, как роют земли. И людей сегодня снова очень много. Сделали платную стоянку, это 1000 крон, ну где-то около 10 долларов, чуть меньше, и народ все равно едет, туристы для этого и приехали. Вот как земельку двигает лава, роет прям. Очень тепло, очень, очень-очень, даже жарко. Погрею ручку свою. Ой, намерзлась. Где-то полметра от лавы. У меня на лице в первую очередь реагируют брови. Я так их спалю когда-нибудь. Что больше всего нравится мне в лаве, это цвет.
черно-оранжевый. Это так красиво. Просто необыкновенно. Вы посмотрите, какой прекрасный жгучий цвет. Вот он как роет землю. Вулканчик. А ему в этом помогает лава. Горит мох.